Кульминацией рабочего визита полпреда президента ПФО Михаила Бабича в Ульяновск стало заседание Общественного совета округа. Сам приезд, напомню, состоялся 1 декабря. На совещании обсуждалась роль гражданского общества. В преддверии президентских выборов эта тема приобретает значительную актуальность. Заседание Общественного совета проходило в новом формате. Он был разделен на две палаты – экспертную и молодежную. Причем в формировании последней также продвигался новый принцип. Если раньше она формировалась из представителей общественных организаций и молодежных активистов, которые занимаются общественной работой, то сегодня мы существенно расширили возможность представительства молодых профессионалов, то есть представителей профессиональных средств. Это врачи, учителя, рабочие, инженеры, военнослужащие, работники правоохранительных органов. Все те, кто имеет сегодня профессиональные компетенции и кто хотел бы, так сказать, выразить позицию вот молодого поколения профессиональных специалистов, которые в этих средах работают. Координировать работу обеих палат предложено члену Совета Федерации от Пензенской области Олегу Мельниченко. Сенатор поддерживает идею о привлечении профессиональной молодежи к работе в Общественном совете. Она сможет лучше доносить принятые решения среди своих коллег. Я надеюсь, что их жизненная позиция по этому вопросу, она, соответственно, будет транслироваться и в свои среды. И молодые люди, они вот станут как данка, да, которые идут впереди и своей убежденностью, своей позицией зажигают всех тех, кто идет за ними. За несколько часов общественники Приволжского округа смогли обсудить различный спектр вопросов. Говорили о национальных языках, представляли свое видение совершенствования выборного процесса, рассказывали о взаимодействии власти с гражданским обществом и его институтами. Конечно, делились региональным опытом. Я удовлетворен то, как развивается гражданское общество в Ульяновской области, о том, как себя чувствуют наши молодые люди. У нас, знаете, есть детская общественная палата, недавно созданная. У нас заработала наконец-то молодежная палата и молодежное правительство. У нас, слава богу, общественная палата практически стала, ну, вот, более жесткой, более профессионально, более откровенно говорить о тех проблемах, которые есть, и ставить эти вопросы, наверное, может быть, не очень приятно для правительства региона, но в очень жесткой форме. Одним из решений, принятых по итогам Общественного совета, станет создание Ассоциации субъектов общественного контроля в Ульяновской области. Этот новый гражданский институт поможет улучшить работу общественного контроля в регионе. Егор Титов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.